Давно в лесу мы не были. Лес Тилиши и пол пятого. А дома так уютненько, так хорошо. Да, Кристина, дома хорошо. Но дорога здесь как в Киеве. Ага, да. Я не знаю, ты видела этот про Киев или не видела? Да, видела и слышала. Ну-ка, расскажи подробнее. Да, что подробнее там. Прорвало у них водопровод где-то и канализацию заодно. И целый микрорайон оказался по колено в дерьме. И такой вонючий. Все, еще и мороз пошел, и все это замерзло. И машины в это дерьмо вмерзли. Целую там улицу показали. А пока они умерзли, там они плавали. А до этого, да, сначала плавали. Плавали. И там что? Такая вонь стоит на так этот... Что им там не сильно улицы. Повезло. Ну, какое... Но сказали, сделали уже аварию. Они ликвидировали, что-то там заткнули, что-то заделали. Но разгребаться им, они разгребаются. Ого-го. А мы сейчас будем разгребаться. Ты смотри, у нас упало дерево. Опа. А назад... Ух ты, какая тут ямка. Ну-ка посмотри. Ой, тут ямка. Ты слушай, ямка Лево тут. Надо брать. Ага. Угу, давай брать. Назад, давай. Сейчас заедешь, в эту ямку не выйдем. Это понятно, что сядем если... Сядем на брюхо. Ай, так. Давай не поедем. Ну, сейчас посмотрим, давай. Не выскочишь? Да ё-моё, блин. Сейчас, подожди. Еще и с этим. Тут одна машина уже. Да что ты скажешь? Какая? Ну, зараза какая. Сзади машина прыгается. Нет. Ну, что ты, блин? Ну, пойдет она туда. А дальше неизвестно, что за дорога. Так что лучше посмотреть и не ехать. Пойдем. Останься, не проезжай эту. Потому что там дорога может быть еще хуже. Сейчас посмотрим. Там колея может быть такая. Сейчас посмотрим. Где-то здесь машина сзади стоит. Ну стоит вон она, с левой стороны. Да, а чего она стоит-то?